очень давно ждала этого дня. Я решила покрасить волосы после моих неудачных окрашиваний, когда я получила ожидание и реальность. Решила сходить в этот раз в хороший салон, чтобы вот прям по возможности полгода хотя бы уже не трогать волосы. Надеюсь, получится очень красиво. Примерно знаю, чего хочу, но хочу обсудить еще с мастером этот момент. Вот. Чуть позже покажу, что получится. Смотрим чуть позже, как будет смотреться.